севере, на севере Ничанга. Смотрите, зона ресепшена. Сейчас покажу вам пляж, он через дорогу. Я потом перебегу дополнительно, покажу. Но сейчас мы будем смотреть, можно ли купаться, или вы будете проходить чуть-чуть правее. На севере чем хорошо жить? Здесь спокойнее, здесь не такое активное движение. Можно доехать до центра Ничанга, до европейского квартала. И здесь ниже цены, чем, например, в центре. Здесь гораздо-гораздо спокойнее, но инфраструктура здесь все есть. С этим вопросов нет, ресторанчики, кафешки есть. Этаж отеля «Ленит». Встречает нас при выходе из лифта спортзал. Очень-очень небольшой, я думаю, для отеля это достаточно для такого небольшого. Давайте посмотрим, что здесь у нас в бассейне. Ага. Ну, значит, зона здесь совсем малюсенькая. Всего 6 лежаков. Смотрите, 6 лежаков и бассейн. Не супер большой, но нормально. Так, что у нас здесь? Вид на море. И вот мы видим, какая здесь, ну, это лестница. То есть мы идем на пляж аж вот туда, к высокому зданию, к высотке. По отелю. Что вообще хочу сказать? Ну, грустно немножко мне. Потому что он как-то стоит вообще в удалении, в уединении. Если вы это любите, думаю, вам... Если вы хотите этого спокойствия, то почему бы нет? Номерной фонд нормальный, простенький. Единственное, что без балкона, конечно, тяжеловато сушить вещи. Но инфраструктура рядышком есть, можно прогуляться до ресторанчика. Но учитывайте, что до пляжа минут 10 пешком. А, да, еще пляжные полотенца не выдают отдельно, но можно брать из номера. Это очень важный момент. Находим отель 308, отель «Ленит». Это номер «Супериор». Сейчас так понимаю, что это он будет без балкона, да. Это он без балкона, вид на город. Нормальный, маленький номер. Видно, что он новенький. Давайте глянем, что здесь у нас. Ну, тут тесненько так достаточно. Город. Город. Откройте на лестнице. Ну, у нас туалет. Очень тут так достаточно тесно, я хочу сказать. Сейчас смотрите, что по пляжу. Вот это, то, что у нас через дорогу, это просто... Просто море. Сюда не войдешь, здесь лестница. То есть нам нужно около 10 минут проходиться до отеля Perry Bay. По правую руку от отеля, если мы выходим, стоим спиной ко входу. По правую руку мы идем на пляж. Пляж здесь достойный, песочек. Как раз таки возле Perry Bay здесь нету камней, поэтому это хорошо. Можно нормально купаться. Чем мы дальше, ближе к центру Ничанга, тем больше будут на входе камни. Отель работает «Ленит». Он построен в прошлом году, в 17-м, и работает только на завтраках. И, кстати, здесь низшая категория номеров не имеет балкона. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.